Кафе 1930 года.
Ночной клуб 1960-го.
трех частях. Музыкальный язык здесь – это смесь авангардного джаза и авторского письма. Музыку в таком жанре относят к так называемому третьему течению, то есть классического языка и джаза. Композиция изобилует терпкими джазовыми гармониями и ритмами. Тамаев посвятил это произведение учителю Ивана Дывы, заслуженному артисту Российской Федерации, заслуженному деятелю искусств, профессору Воронцову Юрию Сергеевичу. Исполняет дуэт «Саксофон». Thank you.
Произведение, которое сейчас прозвучит, написано для последнего действия балета «Гуляне». Наиболее известное и узнаваемое произведение композитора, сочетающее в себе армянскую народную музыку с джазовыми элементами. По словам Тиграна Мансуряна, это контрапункт армянского свадебного танца из гюбри и настоящего американского саксофона, приведший к очень интересному и органичному синтезу. Итак, «Арам Хачатурян», «Танец с саблями». Thank you.
Thank you.
Ну что ж, пришло время добавить к инструментальной музыке потрясающее пение джазовой исполнительницы Ольги Олейниковой. Стоит отметить, что Ольга стала первой исполнительницей всех женских ролей музыкальной сказки известного российского пианиста Григория Файна «Красная шапочка» в стиле блюз, которая имела успех как в Москве, так и в других городах России. Также Ольга приняла участие в третьем сезоне популярного ТВ-шоу «Голос» и сразу же завоевала симпатию зрителей и жюри. Вместе с Николаем Добкиным Ольга создала проект Reflections Duo, который рушит границы жанров, объединяя рок, поп, фолк, джаз и другие направления. Иван Дыма и Reflections Duo исполняют для вас авторскую песню Ольги Олейниковой «Nobody But You».
Эшвин Хокинс и Джулиан Дэш. Таксидо Чан-Чан. Вечеринка в смокингах. Вот как мы сейчас. Вот как мы, да, сейчас. Thank you.
next month, around midnight, около полуночи. У нас в школе обычно возникает дилемма. Очень, очень важный вопрос, да, дилемма, на чем играть эту песню. А вообще, я бы хотела представить, дело в том, что сейчас на сцене даже не нас трое, а даже немножечко четверо, потому что Thelonious Monk всегда с нами, когда Коля отращивает бороду, потому что Колину бороду зовут Thelonious. Прошу любить меня.
По-моему, напрашивается убийца. Давайте поддержим наших музыкантов. Продолжение. О, как
песню с тобой. Смесь легкой грусти и иронии, и нежности, потому что в этой песне появится. Вот ты все время говоришь, да-да-да, обязательно, конечно, может быть, когда-нибудь. У меня есть такой друг. Я думаю, что многие здесь есть такие друзья. Посвятим же эту песню нашим друзьям, которые все время говорят, может быть, конечно же, наверное. Да, может быть. Кисас, кто знает? Сергей Страковский! Иван Кимов! Ольга
руководству театра «Геликон оперы» и парка «Зарядье» за предоставленную возможность выступить в этом замечательном месте с такой